толкаем тут, блядь, лёд? Ты чё толкаешь-то, блядь? Я не понял. А, убегаю, да? А чё, а БЭП едет, да? Убегаем? Жулики разбегаются. Нет, вы не пройдете. Я не у вас спрашиваю. Это что за такое? Закроем. Физическую силу не применяйте. Опа! Принимайте заявление на охранника. Заявление примите, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Иван, фамилия Сосин. У нас вопрос есть и предъявление претензий. Хотели бы с руководителем, либо с представителем переговорить. А кто вы? Здравствуйте. А вы? Ну, вопрос у вас. У меня вопрос к этой юридической компании. Ну, ваши полномочия, кто вы? Так вы с улицы сейчас зашли. С улицы зашел. Да. Вы относитесь сюда? Отношусь. Как? Какой вопрос-то у вас? Ну, задавайте вопрос. Зачем? Что вы любопытствуете или что? Вы кто? Руководитель, позовите. Что? Сейчас подаю к руководителю. Да, позовите его, пожалуйста. Сейчас, ну, Цуефа там, кто руководитель. Так, давайте разбираться, на каком основании у нас съемка проводится. Вам юридическую консультацию провести? Да, давайте. Платная она будет? Ладно. Ваши полномочия, кто вы? Может, вы хотите представить, кто вы, с кем мы... Нам надо понимать. Ну, я уполномоченный, если все, чтобы с вами общаться. Ну, как фамилия, имя, отчество, должность ваша? Да. Вы по какому вопросу пришли? По поводу клиента мы пришли. Мы можем первому встречному эту ваш полномочия, клиент, давайте разберемся, это вы хотя бы кто? Вы стесняетесь или в розыске? Что такое? В каком розыске? Я вот спрашиваю, стесняетесь просто назвать свою фамилию и должность, либо вы в розыске? Смотрите, у нас вопрос. Вопрос. Вопрос относительно клиента, который заключал договор с юридическим агентством Санкт-Петербурга, который находится по этому адресу. Вот у нас и кто вопрос. Клиент? Стойте, у нас кто вопрос вы, к представителю этой организации. Давайте. Мы вам так. Информацию какую-либо не можем предоставить до тех пор, пока не убедимся, представляете ли вы эту организацию или нет. Но вы сами пришли в нашу вы организацию. Юрист? Я юрист. Юрист. Вы знаете закон о персональных данных? Вы по какому вопросу пришли? По клиенту вопрос или здесь клиента просто клиента компании. Мне давайте нужно... тогда договор от клиента. Кто наш клиент? Кому давайте? Давайте. Кому? Мне давайте. А вы кто? Все. Я человек. Вы представиться да можете? Что толкаем бы меня, лёд? Ты что толкаешь-то? Я не понял. Ты что толкаешь-то? Артист, эй, иди сюда. Эй, вы. Этого артиста сюда возвращаете, сейчас полицию вызовем. Давайте. И камеру свою, пожалуйста, отсюда уберите. Серьезно? А вы сами делать? Пришли, не представились. Кому вы, представиться-то? Что? Ему? Вам уже сказали, кто это. Кто это? Он назвал свою должность, фамилию. Вы сами не назвали ничего. Вы кто? Вы тоже непонятно, кто пришли, чего. Вы не представляете. Обязан? Сначала, наверное, руководитель, если вы позвали руководителя, он должен выйти и сказать, я руководитель организации, зовут меня так-то, так. Вы кто? После этого начинайте диалог. Зовите его, вот этого. Не надо со мной так разговаривать, зовите. В смысле? Почему? А как вы разговариваете? Вот он вышел, он с вами поговорил. Как людей здесь шваркать на деньги, так вы молодцы. А как поговорить, так сразу. На каком основании камера? Он юрист, точно? У вас на каком основании камера висит? Уголок потребителя, для кого это? В чем здесь уголок потребителя? Ну просто спрашиваю, для кого это? Для вас. Почему так далеко? Куда мне? Вот сюда, на стекло? Да, в доступном месте. Чтобы мы могли ознакомиться, что за организация. Потом по поводу общества по защите прав потребителей. Здесь есть такое общество? Непонятные люди. Девушка, здесь организация какая? Юридическое агентство Санкт-Петербурга. Так и называется? Документы покажите, пожалуйста. А то отсюда не видно, очень вы мелко. Вы будете общаться с руководством, я ничего. Вы отказываете предоставление информации об исполнителе вот услуг, правильно? Не видно ее далеко. Не можете видно. Хотя бы достать листок, я изучу его. Это должно быть в свободном доступе. Вопрос скажите, я отказываю, и все, вопрос не будет. Ни в чем не отказываю. Ждите руководство, оно с вами отказ в том числе в бездействии заключиться может. Если вы будете бездействовать, это приравнивается к отказу. Поэтому еще раз спрашиваю,
предоставить информацию относительно данной организации. Юридическое агентство Санкт-Петербурга, общество по защите прав потребителей, общество защиты прав автомобилистов. Вот так вот. Индивидуальный предприниматель Ермакова Елена Анатольевна. Так народ и разводит. Они приходят, думают, в общество по защите прав потребителей. А где у вас Елена Анатольевна? Кто такие? Вы кто такие? Отвечать на эти вопросы. Вы не представили. Корки никакие не показали. Давайте информацию вас теперь. Не будете, да? Есть у кого корочка? Интересно, интересно. Отказались. Юридическое агентство Санкт-Петербурга. А есть такое юридическое агентство Санкт-Петербурга? Прямо вот такое название? Справедливость есть истина в действии. Так, ну что, подождем, дадим им еще шанс, чтобы они нам предоставили информацию. Так, настоящий сертификат подтверждает, что пользователь «Консультант Плюс» Диана Омеровна успешно прошла курс обучения «Консультант Плюс». Что это? Научили консультантам пользоваться. Научили пользоваться консультантом. Это надо курсы заканчивать для этого. Адвокат, управляющий партнер компании. О, адвокат даже. Опа, адвокат так себя ведет, берет. Ай-яй-яй. Такой, оказывается, адвокат, да? Андрей Ермаков. А? Адвокат? Адвокат. Сюда, смотрите. Я журналист. Мне необходима информация. Сейчас приедет наряд полиции, мы будем разбираться. А что, полиция, зачем вызвали? То есть отказываетесь, да? Адвокат. Если он действительно адвокат, то у адвоката большие проблемы. Юридическое агентство Санкт-Петербурга. Есть такое юрлицо? Есть, да? Нет, это ИП. Поэтому ИНН ИП? Да, Гриб, вот ИП. А, точно, да. Ермакова, как она, Елена Анатольевна. Как может ИП быть юридическое агентство Санкт-Петербурга? И вот эти все сейчас будем спрашивать. Общество по защите прав потребителей, что это такое? Так, наверное, на чем мы говорим? Давайте, Иван Ильич, вызывайте полицию. Вводят людей в заблуждение, представляют обществом по защите прав потребителей, таковыми не являются. Указаны несуществующие юридические лица. Внимание! Произошло соединение со службой экстренного вызова полиции на 2. Обратите внимание, все разговоры записываются. Добрый день. Хотел бы вызвать участкового по адресу Спасская 12А. Спасская 12? 12, литер А. Спасский переулок. Спасский переулок. Есть, в принципе, уголок прав потребителей? Да, но он находится далеко, мелким шрифтом, там невозможно прочитать, вытащить не могут, говорят, приклеено. Адвокат! Слышь, адвокат! А это адвокат или нет? Надо мне слышь говорить. А чё? Ничего. А чё такое? Как ещё выявлять ваше? Не надо мне слышь говорить. А чё возбудился? Девушка, будете предоставлять информацию об организации? Здесь просто числится наименование юридическое агентство Санкт-Петербурга, но по нашей информации здесь индивидуальный предприниматель. Кому я должна предоставлять? Кому? Кто? Полиция. Хорошо. Кто? Давайте. Я вам... Такие же юристы, как и вы. Так нет, кто? Вы? Наши. Вы юристы? Вы. Мы? Угу. Откуда вы знаете? Любому потребителю обязаны предоставить. Клоуны с Ютуба. Пожалуйста. А клоун с Ютуба? Да. Не зря там проводили время, не теряли. Так, мы загугли. Увеличились подписчики. Да. После этого клоун с Ютуба. Значит, должны знать, чем это закончится, я не понимаю. Зачем вот эту вот историю раздувать? Адвокатская палата Санкт-Петербурга. У адвоката. Адвокатская палата? Да, нашел. Регистровый номер удостоверения. Палата, адвокатская палата Санкт-Петербурга, место работы, международная коллегия адвокатов Санкт-Петербурга. Едет АБЭП, напишем заявление по мошенничеству, будут объяснять, каким образом они, посмотрев видео ДТП, где явно видно, что наш клиент не виноват, и они с ним заключили договор на представление его интересов, развели, то есть в чистом виде мошенничество. Взяли с него деньги, клиент пришел потом к ним, попросил договор расторгнуть, даже не просил все деньги вернуть. И был просто отфутболен. Да, значки есть, то есть такой мягкий отсыл. Если вы столкнулись тоже, на будущее я вам скажу, что в адвокатскую палату
можно пожаловаться на адвоката только в нескольких случаях. Первый. Если жалобу пишет, вернее, пожаловаться можно, а рассматривать адвокатская палата будет только в том случае, если жалобу на адвоката подал другой адвокат. Второе. Если жалобу на адвоката подал его клиент. И третье. Если жалоба пришла из Министерства юстиции. Так вот, если вы не адвокат, если вы не клиент того адвоката, на которого жалуетесь, то пишите жалобу в Минюст. Минюст эту жалобу перенаправит в адвокатскую палату, и тогда адвоката будут разбирать. Не благодарите. Как вы там все помещаетесь? А, убегают, да? А что, АБЭП едет, да? Убегаем? Девушка. А вы тоже убежите? Девушка, у меня есть намерение... Девушка. А что все разбегаются? У меня есть намерение получить юридическую консультацию в вашей компании. Жулики разбегаются. Девушка, как вас зовут? Я... Как вас зовут? Иван. Я же вам показывал. Вы же попросили корочку. У меня корочки хлеба нету, но есть корочка. Ну, все лица засняли. Да. Будем устанавливать их данные. Посмотрите. Сосин Иван Дмитриевич. Ну, я по вопросу, что у меня есть вопрос, мне обратился в юридическую консультацию, к сожалению, меня там игнорируют, вот хотел бы у вас получить консультацию юридическую, как мне быть в этой ситуации? Я? У вашей компании, вот я пришел к вам за юридической консультацией, намерен получить услугу. Ну, записывайтесь, пожалуйста, на прием. Давайте. Звоните в колл-центр, указанный по номеру, записывайте. Да не проблема. А колл-центр здесь? А скажите, пожалуйста, вот здесь на визитке это организация юридическая, плохо видно. Агентство Санкт-Петербурга. Агентство Санкт-Петербурга. А, так и называется организация? Да, так и называется. А? Прямо юридическое агентство Санкт-Петербурга. А ИНН не подскажете? ИП смотрите. Так это вы смотрите ИП Ермакова. А я спросил про юридическое агентство Санкт-Петербурга. Вы используете. Вот я вам просто вам объясню. Название города. Ничего не надо объяснить. Нет, ну просто чтобы знали. Я же не как претензию, а просто чтобы вы знали. Как вас зовут? Наталья. Наталья, меня Игорь зовут. Так вот, запрещено использовать в названии юридического лица название города. Поэтому юридического агентства Санкт-Петербурга не бывает. Руководство ваше просто дурачит людей. Они приходят, пропитываются какой-то важностью. Юридическое агентство Санкт-Петербурга, на английском языке, как будто у вас здесь иностранцы приходят. Общество по защите прав потребителя, надо же. Это же не коммерческая организация, у вас есть такая? Надо думать, что нет. Общество защиты прав автомобилистов. А можете подсказать тоже, какие-то документы предоставить? Таша, это очень срочный вопрос. Дай мне этот ключик, пойдем с вами. А вы тоже адвокат? Я посетитель. А посетитель? Серьезно? Вы зайдете туда, но я тоже посетитель. А всем посетителям одежду такую выдают, как вот у адвоката. Пойдемте. Пожалуйста. Дайте я пройду. Вы же посетитель. Вам не положено. Только этому посетителю положено. Все понятно. Так, все, давайте отлично. Запишемся. Вот так дурят народ. Ну что, давайте позвоним. О, приехала полиция. Позвоним чуть позже. А, это не к нам. Это не к нам. А, женщина сами? Нас вели в жизни. Музыка какая, да? Франция. Франция, да? Хочется круассан сразу съесть. Кофеек. Сидим, все. Цветочки. Сейчас Мира и Матье запоет. Специалисты заняты побегом. Все спрятались. До ответа оператора осталось около одной минуты. Нет ничего проще. Приходят посетители. Говорят, вот мы хотели бы поговорить с руководителем. Да? Казалось бы. Все. Выходит человек, говорит, здравствуйте, меня зовут Андрей Ермаков. Я управляющий партнер, или как он там назывался. Данная организация называет, что за организация. Никаких проблем. Мы говорим, даем ему претензию. Потому что напоминаю, что в претензии содержится как минимум две тайны, охраняемые федеральным законом. Коммерческая тайна и тайна и здравствуйте. Данные. Здравствуйте. Я все понимаю, конечно. Вы все делаете как бы
так, как считаете нужным, но не надо препятствовать работе вот конторе. Не препятствуйте тоже. Ну, в смысле, да, вход, да, чтобы люди ходили, да, обращались. Вы же не одни, правильно? А что сделать там надо? Скажите, пожалуйста. Да, сейчас вызвали сотрудников полиции. Ну, у сотрудника к вам претензии, что вы мешаете работать. Ну, прекрасно. А скажите, а чем я, как клиент, хуже других клиентов? Я не могу вам ответить на этот вопрос. А ну тогда не говорите, нам не надо препятствовать. Мы пришли получить здесь юридическую консультацию. Я говорю то, что меня попросили, я с этой просьбой обращаюсь к вам. А вы кто? Охранная организация. Здесь удостоверение? Конечно, все. Скажите. Вы будете снимать или как лично вам показаться? Мне. Глазами я снимаю. Ничего страшного там нет. Это ваше удостоверение, это не, да, паспорт. Ну, мое удостоверение должно же гулять по интернету, правильно? А кто сказал? Может гулять, может нет. Вот и все, как бы. Меня зовут Иван Дмитриевич. Как извиняюсь? Иван Дмитриевич. Иван Дмитриевич. Мне очень приятно, что вас Иван Дмитриевич зовут. Я пришел сюда с намерением получить юридическую консультацию. То есть вы будете общаться, да, с человеком? С каким? Ну, как, вот, который все будем, я не знаю. Ну, хочет говорить с одним человеком, который выскажет всю претензию. Что он хочет, это не важно. Важно, что говорит законодатель по этому поводу. Законодатель не ограничивает количество представителей. Данный адвокат, сейчас полиция приедет, ну, просто я вам расскажу. Он будет привлечен по 611, поскольку толкнул меня дверью. Он абсолютно не умеет разговаривать с людьми. Он какой-то дикий. Потом поступит жалоба в Минюст, вернется в адвокатскую палату, его разберут в адвокатской палате, примут какое-то решение, скорее всего, получат дисциплинарное взыскание по этому поводу. Когда приходит клиент, к нему надо относиться так же, как недовольный клиент, я имею в виду, так же, как тогда, когда он получал с него деньги за те услуги, которые он не в состоянии ему оказать. Ему было предъявлено, просто вам просто рассказываю, чтобы вы знали, предъявлена видеозапись, клиента развели, сказали, ты что, ты можешь быть виноват. На самом деле на видеозаписи четко понятно, что вины его нет. Даже не так. Поэтому ее здесь развели, чистое мошенничество. Ему сказали, и поэтому он не хочет разговаривать с нами. Потому что честные люди, сейчас вы бы видели, сколько сейчас отсюда людей сбежало, потому что услышали, что АБЭП вызвали. А АБЭП это кто? Это отдел по борьбе? Да, с экономикой, да. Поэтому этот адвокат, если хочет сейчас что-то изменить, он будет с нами разговаривать, он будет с нами все равно разговаривать. Либо я уеду, забуду о нем, а он будет меня помнить еще очень долго, не понимая, для чего ему это надо. Какая-то вот эта вот менеджер или кто она, я не знаю, Наталья назвала нас клоунами. Не знаю, с чего она это сделала такой вывод. Может быть, я нос не снял сегодня красный и пришел в своем обычном наряде. Ну, вроде как не было. То есть они относятся уже, они уже, у них их реакция даже как у жуликов. Потому что мы приходили в многие компании. Компания, которая не жулики, они так не воспринимают. Выходит представитель, начинает разговаривать, представляется. Говорит, я такой-то, такой-то, руководитель, там, например, такого-то отдела. Что у вас за проблема? И мы ему предоставляем это. А этот пытается получить у нас документы, даже имени не назвав своего. Мы потом вот по этому телевизору увидели, что он, оказывается, адвокат Андрей Ермаков. Он подошел, выключил телевизор, но мы уже увидели, кто он такой. Поэтому, Андрюша, в адвокатской палате будешь отвечать за то, что не умеешь вести себя с клиентами правильно. Да. Ну, это какая-то сугубо строгая ответственность такая, уголовная делает. Да какая разница, уголовная, не уголовная? Я молчу. Просьба такая, что как бы все здесь находилось, раз вы знаток такой правовой деятельности, в правовом поле, не выходило за него. Вызвали, то есть не кончилось там толчками, преграждениями, там, препятствиями. Уже были толчки. Ну, это со слов. Просьба просто соблюдать законность, с которой вы пришли отстаивать, да? Вы имеете право попросить у любого гражданина соблюдать законность, равно как и вам могут то же самое попросить. Вот. Я не понимаю, зачем они вас вообще вызвали. Они считают, что раз они вам платят какие-то деньги, могут... Нет, у меня конкретно претензия, то, что вы препятствуете работе. Каким образом? Пропускайте сюда клиентов. Я? Ну, клиенты сами разбежались? А, то есть, смотрите, еще какая штука. Нам можно, знаете, что еще предъявить? Что мы пришли сюда... Вам никто ничего не предъявляет. Не-не-не, я договорю, сейчас поймете, это ирония. Что 60% примерно их коллектива сейчас, услышав, что мы вызвали АБЭП, убежало отсюда. Представляете, как мы препятствуем? Нормальная компания раздвигается? Я не знаю, как это все решается, все эти вопросы. Какие у вас вопросы к этой компании, какие претензии у них к вам?
нас к нам, у них к нам. Ну, не, я не в курсе вашего. Я не могу решать ваши вопросы, я не представитель этой организации. Согласен, согласен. Но тем не менее, они же вызвали вас, вы к нам обратились, но. Ну, вы видите, представитель прошел и ничего вам не ответил, не стал с вами разговаривать. Не хочет даже разговаривать. А должен, обязан. Как адвокат должен знать. Что должен предоставлять потребителю информацию. Должен представиться, если хочешь, чтобы мы с тобой заговорили. Он же здесь находится. Другой его коллега говорит, что я вообще посетитель. А костюм они в одном магазине покупали. На лавочке сидел. Он посетитель, возможно. Но, скорее всего, нет. Разве скажет работник организации, что я посетитель? Честный работник организации. Ну, согласитесь. Странно, да, когда работник организации говорит, я посетитель, я типа вообще здесь никакого отношения не имею. Пол офиса убежала сейчас. Мы это тоже все сняли. Видите, как мы препятствуем их работе? Я вам говорю со слов то, что мне говорит вот, представитель фирмы, который меня вызвал. Полиция, да, президент? Сами решат, кто говорит. Да. Я вам нужен. Вам же не звонила когда? Здравствуйте. Дежурная звонила, встретит вас. Давайте с кем сначала со мной. Давайте с вами. Не, давайте все-таки я вызвал, давайте со мной начнем. Я не знаю, кто меня вызвал. Смотрите, да. Дежурная звонила мне. Давайте, я вызвал сотрудника. Деятельность полиции публично, вернитесь сюда. Я все нормально. Деятельность полиции публично, вернитесь, пожалуйста. Не компрометируйте себя. Посмотрите, вот в чем мы смотрите. Потому что нас туда не пускают, у вас какой-то. Я вас сюда не пущу никогда, потому что здесь адвокатская тайна. И все, я вас прошу, пожалуйста, подождите 2 минуты. Можно мне, пожалуйста, закрыть дверь? Я хочу пообщаться с сотрудниками полиции. Полицейский, жалоба сейчас поступит, не компрометируйте себя. Ради бога, пожалуйста. Вернитесь сюда, либо мы вместе. На секунду вернитесь. Сейчас вам подарю. На секунду вернитесь сюда. Сейчас вам подарю. Жалобу. Сейчас вам подарю. Жалобу на полицейский. Хотя бы уединиться с представителем. Да, давайте закройте. Вытолкните меня, закроется дверь. Ну все, вас просят отойти. Давайте я выслушу вас, потом можно тогда в общественном. Сейчас здесь вместе, в любом случае приедет тебя по дежурному. Будет уже дальше там сами. Ну дверь-то можно закрыть? Вот мы давайте, да, здесь. Может, вы, вот сейчас слышу, здесь ваши требования законы. Это адвокатский кабинет, можно уточнить? Я просто не знаю, кто эти люди. Не будет ничего, да, встречаться? Не будет, отлично. Дверь на секунду закроем. А скажите, вы говорите, здесь адвокатская тайна. Если здесь адвокатский кабинет, я закрою дверь. Вот полиция с вами общается, пожалуйста. Вы хотели? Позвонили вам, чтобы по моей заявке. Можно, да, пожалуйста, руку берите. Можно дверь закрыть. Руку вы берите от меня. Вы незаконно действуете, молодой человек. Еще раз дотронитесь. Вот, пожалуйста, заявление общественное на вас. Пространство. Вот здесь. Все, вот. Смотрите, вот здесь уже наша компания. Давайте мы сейчас запрещено служебное помещение. Компания или адвокатская? Смотрите, мы можем сейчас сесть в кабинет. Смотрите, мы можем сейчас сесть в кабинет и тихо, мирно поговорить. Закрыть дверь уже было, и все. А можно видео покажете? Да. Вот, смотрите, в продолжение разговора. Давайте заново давайте. Смотрите, к нам обратился Александр Сергеевич, вот непосредственно заявитель. Вот, у него было ДТП, чтобы сразу для понимания была полная картина. Я думал, тут ДТП было. Нет. Передвигается он по правой крайней полосе, включил указатель поворотник, начал поворачивать вот в этот поворот. Увидел машину, которая с левого ряда поворачивает, остановился, выполнил требования пункта 10.1, и в итоге его снес этот грузовик. В итоге, после этого, он обратился в эту юридическую компанию за юридической помощью и спросил, что мне делать в этой ситуации. Юридической консультации. За юридической консультацией. На помощь. Ему сказали, если ты не заключишь договор юридических услуг, ты будешь виноват и заплатишь 700 тысяч за ущерб. Потому что там машины новые. Это там кто сказал? Это вот здесь юридическую консультацию провели. То есть заведомо ввели его в заблуждение. Ну, вы сами понимаете, там что он не виноват. Разбор, наверное, был ДТП? Конечно. И он был признан виновным водителя грузовика. Но до разбора он сюда уже обратился. Эту ситуацию видели, и ему сказали, что он будет виноват, и он заплатит 700 тысяч вот за эту ситуацию. Тем самым они ввели его в заблуждение и заключили договор на оказание юридических услуг с суммой 80 тысяч рублей. Я понимаю, вы хотите просто отказаться от услуг. Вопрос, вот, да. Вернуть деньги. Не произвели вообще никаких манипуляций. Мы сюда прибыли с вопросом одним. Здравствуйте, нас зовут так-то, мы хотим отказаться от договора, верните деньги, разошлись, все. Но адвокат решил устроить балаган,
показать, что он здесь адвокат, и вот ну, ситуация. Я как понимаю, вы хотите просто вернуть деньги за... Просто мирно переговорить, объяснить ему ситуацию, да, за неоказанные услуги некачественные. И если бы это было в течение сделано 10 минут, даже вы бы сюда не приезжали. Пришел спросить еще раз, можно применить? Ну, давайте вместе пообщаемся. А тогда лучше туда не ходить. А вы за год? Мы пройдем, конечно, пообщаемся, я свою точку зрения. Если вы пойдете туда, я могу пройти вместе с вами. Вы не можете туда пройти, это служебное, потому что помещение. Я с вами один пройду. Нет, вы не пройдете никуда. Я не у вас спрашиваю, рот закройте свой, пожалуйста. В смысле, вы не у меня спрашиваете, как в мою компанию заходить? Нет, а как компания? Она, это компания ваша? Давайте, ну, давайте закроем. Уважаем, дверь. Это что за такое? Дверь закроем. Физическую силу не применяйте. Опа, принимайте заявление на охранника. Заявление примите, пожалуйста. На охранника, физическую силу применяют незаконно. Сейчас будет заявление, прошу его задержать, доставить в отдел полиции. Принимайте меры, сержант. Все, устанавливайте личности, да. Задерживайте охранника. Прошу возбудить... 611 к вас. По статье 611. Для начала, а там будем 203 усматривать. Сейчас, морщитесь. Не по закону, говорите, живете? Это видно. Вот здесь вот все. Если у них есть какие-то вопросы, пусть они все пишут. Напарнику своему скажите все-таки, чтобы не компрометировал себя, не уходил с ним. Чем я себя компрометирую? Потому что если вы уйдете с ним... Если человек мне не хочет ничего говорить... Ну не надо. Это не ваше помещение, вы не должны здесь устанавливайте его личность, задерживайте его... В отношении вас все понятно. Нет, не вход. Вот пространство. А вот здесь уже служебное помещение. На него также будет заявление. На работе организации. Это не вообще... Мы сюда по приглашению. Это как? Это частная собственность. Не будете мне сейчас... Адвокат говорит про частную собственность. Вы что, шутите? По поводу вот этого всего произошедшего. Люди хотят получить, как я понимаю, назад свои деньги и отказаться от ваших услуг. Я не знаю, кто эти люди и что. Ну и как бы... Юристы. Ну, они не представляются, они не говорят. Так вы сами это не сказали, кому мы документы должны отдать. У вас есть какой-то договор-то между человеком на оказание? Конечно. Вами? Есть. Ну, да. Есть и договор, нас, есть и претензии, ну, есть и все есть. Я просто здесь не хотел больше вот ничего обсуждать. Я сейчас расскажу весь порядок, как это делается, что еще правительство кабинет, мне только нужно, чтобы дверь. Значит, была. Этот человек, этот адвокат, ударил меня дверью. На него сейчас принимайте заявление, устанавливайте его личность. Ну, статья 611 КОАП РФ. Он должен быть задержан, завтра передан в суд, потому что это судейская статья. Его должны судить, этого адвоката. Также вот этого охранника, который сообщил нам, что он даже не по законам живет. Можно, пожалуйста, дверь закроем? Отлично. Нет, вы можете идти, я не пойду за вами туда. Я не буду. Я не пойду за вами туда. Ваше помещение, вы не должны здесь так себя вести. Ваше? Препятствовать закону, рабочее помещение. Вы не должны это делать. Вы же адвокат. Пожалуйста. Это требование или просьба? Требование либо просьба? Просьбу могу только отказать. Хорошо, отказывайте. Нет, я не пойду, пока дверь не будет закрыта. Это мое помещение. Это не ваше помещение. Или нет, зайдем? Я не хочу, чтобы дверь была открыта. Но они препятствуют. Почему они не имеют права? Это частная собственность. Я не хочу, чтобы дверь была открыта. Если вы, ну, как бы хотите пообщаться, общайтесь. В чем проблема? Ну, я просто... в общем, я от двери отхожу, я думаю, но да, делаю еще одно заявление. По закону они живут. По закону как живут? Надо же, по закону живут. Обалдеть, да? Наглецы. Что за... Что за клиенты пришли? Недовольные приходят. По закону живут, а? Сейчас пока, Иван Дмитриевич, заявление на ЧОПовца пишите. Толкал вас, применял физической силы, и наряд его должен задержать. Снова по заявлению, но только уже по-другому. Заявление в отношении ЧОП, охранника. Он применил физическую силу, тем самым нарушил статью 611 КОАП. Вот прошу, опять же, посодействовать в том, чтобы установили его личность для привлечения к ответственности. Здесь патруль находится. К сожалению, меня не слышат. У вас очередная заявка зарегистрирована, господин Сосин. Спасибо, господин полицейский. На ЧОПовца, и наряд его будет меры принимать. Господин Сосин. Уважаемый непонятный юрист или нет, у вас есть листочек? Берите листок А4, пишите заявление. Все, Иван Дмитриевич, пишите заявление лист на ЧОПовца. А у вас есть бланк? Или попросите, пожалуйста, девушку. Может, она вам не откажет. Можно здесь листочек взять. Дадите листочек? Нет, не дадите? О, отлично. Видите, как вы относитесь к людям? Ладно. Почему вы берете документы? Нельзя, да? С вашего стола. Почему с вашего стола? Это здесь нужно. Мы попросили вас стола, общем, организации. Не переживайте. Босса прикрывает. Вот молодец. Протоколом принять устное заявление. Сделайте, пожалуйста.
Либо бланк, если есть, принесите, я сделаю. Ну, можете попросить, проще всего будет. Девушку попросить, я напишу. На жулики, ладно. Так, договор на оказание услуг у вас с собой? Да. Так, а можете мне дать вообще знакомиться с ним, с договором? Там вам лично? Да, мне. Вам могу дать показать. А что сзади? Что он там адвокат вам наговорил? Сказал то, что там должен быть в договоре написан порядок обжалования. Если вы с чем-то не согласны... Я могу вам в соответствии с законом дать бесплатную консультацию. Мне консультация ни к чему. Просто в договоре что написано? Что написано? Есть там пункт такой обжалования? Давайте посмотрим. Так. Срок действия. Вот, наверное, порядок рассмотрения споров. Да. Имеет в виду. Обжалование – это только какие-то решения, определения госорганов обжалуются. Обжаловать действия какого-то юриста. Вот тут пункт такой интересный. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств. Ну, я думаю, вы же прекрасно понимаете, что... Условия, ущемляющие права потребителя, они являются недействительными. Вы же прекрасно понимаете. А потом еще представление из прокуратуры на устранение нарушений законодательства. Причем с отчетом в прокуратуру, а если не докладывают, то штраф за невыполнение предписания прокуратуры. То есть мы, адвокаты, этого научим право, как это работает, как живет. И охранник тоже поймет. Он же говорит, вы что, по закону живете? Отлично. То есть для него это удивительно. Да, чтобы вы понимали, мы сейчас добросовестно выполняем условия досудебного урегулирования конфликта. Для того, чтобы, если мы пойдем в суд и будем взыскивать неустойку, они же будут просить снижение. Смотрите, они будут просить снижение, а мы скажем, снижение мы приходили... Чего? Неустойки в суде уже. А мы будем говорить, что мы приходили сюда мирно поговорить, но у нас отфутболивали. Ну, в любом случае с вами отказываются разговаривать. Сейчас приедет дежурный опер, он у вас, в принципе, может там взять и заявление, там, и объяснение. Но претензии они говорят, то, что хотят получить там на почту, как я понимаю. Хотят? Да. Получат. После того, как мы напишем все заявления, здесь пообщаемся. У вас... К вам два заявления. Какие? По 6.1.1. 6.1.1 это не патрульно-постовая служба занимается. Участковый занимается. Нет, почему? Вы должны установить личность и задержать данного. Потому что это статья судейская. Вы должны его доставить в отдел полиции. И ответственное от руководства принимает решение. Составив протокол, отпустить его. Какое решение ответственное руководство принимает? Либо его, вы меня не дослушали, а если бы дослушали, вы бы поняли. Значит, это статья судейская, то есть решение принимает суд. Значит, нарушитель должен быть доставлен в отдел полиции, и там начальник отдела полиции, либо лицо ответственное, принимает решение после составления протокола либо отпустить его, либо содержать до суда. Какие побои-то у вас? На ваших глазах он локтем охранник толкнул. Меня практически ударил. Давайте я вам скорую помощь вызову. Зачем? Вы не понимаете, это побои, административные. Поедете, потом побои снимете. Этого не нужно. Так если они будут так и сниму, это охранник? Будет уголовная это статья. КБР, да, сейчас мы говорим о статье 6.1.1 КУАП. Я знаю, что такое вот. 6.1.1 КУАП, но на нее патрульно-постовая не составляет эту статью. Так я не... Смотрите, не надо составлять. Вы примите заявление. Сейчас в любом случае того, что мы здесь находимся, пока не приедет участковый и... Оперативный сотрудник из БЭПа. Вот, чтобы не терять времени, есть у вас времени, бланк, времени чтобы теряем. Я пока начал писать заявление. Бланк какой? На заявление? Любой, да. Хоть лист А4. Ну, в машине имеется. Ну, вы можете даже у девушки спросить. Я думаю, нам она вам не откажет. Нам листик она... Листик А4 дадите? Все, спасибо, сейчас напишу. Квалифицирующий признак по данной статье, согласно постановлении 4, 5, 6 кассационных судов, однократный контакт с физическим телом. Не надо никаких медицинских заключений. Достаточно однократного контакта и причинить физическую боль. Мы все видели прекрасно, что охранник, который в два раза больше весит, чем он, толкнул его дважды даже. В три, извините, Иван Ильич. Толкал его локтем, все, вот это достаточно. Как? Мы не говорим об поводу убийства. Если бы было убийство, сами лезете, вас попросили отойти. Вы людей разводите, дама, на деньги. Ничего, мы вам помешали тут людей разводить или что? Извините, пожалуйста, придем еще завтра. И блогеров сюда пришлем других. Конечно, которых вы узнаете, что такое хамство. Вы нас называете хамом, вот вы узнаете, что такое хамство.
вежливое хамство, за которое нет ответственности, но вы прочувствуете по полной программе. А ваш адвокат в адвокатской палате будет объясняться, что такое частная собственность, вот он, надеюсь, научит это. Там сотрудники полиции меня, наверное, не задерживают. Да, я указываю на него, как на лицо, совершившее правонарушение. Он не может никуда уехать. В данный момент я на него пишу заявление, не отпускайте его. На него подается заявление. Я не ухожу, я с вами. Он 28-й суток, но тут меня задерживает сотрудник полиции. Тут есть ко мне претензии со стороны людей, которые тут устроили тут всю эту сцену. Хорошо. У сотрудников полиции. У вас ко мне товарищ старший сержант, какие вопросы дежурный спрашивает? На вас пишут заявление. На меня пишут заявление. Причина заявления? Вы нанесли побои гражданину, толкали его локтем своим. Да. Да. Ну тут кто-то сочиняет, что я кому-то что-то какие-то... Это даже сотрудник полиции видел, и на видео все снято. Не надо, пожалуйста, врать дежурному своему. Да, да. Мне что делать с машиной? У меня нет, я не спецсредства ничего не применял. Я пытался закрыть дверь, мне молодой человек препятствовал. Локтем толкали. Пришлите другой экипаж, пусть они у меня заберут машину. Она там полдороги перегораживает. Понял, я понял. Все, я понял. Вы не решайте вопрос. Вот, мне нужен человек, который бы ее забрал, у меня ключи отогнал к офису или к это, не знаю, куда там, сел на нее работать, потому что здесь вот пишут заявление на меня, якобы я применял там так, тут физическую силу. Я задержал сотрудник полиции. Вот, до выяснения, да? До выяснения у меня на карту. Спасский переулок 12. Стоит юридическая консультация. Номер объекта 8307. Начальник цитирует. 203 УК. Немножко это не наш. Какой 205? Хочешь, да, что там 5 лет, безусловно. 5 лет, безусловно. Почему 5 лет? Давай. Ну, по 203. Там условно срок нет. Вы сидите 5 лет. Нет, да, может, извините потом. Это вам на будущее, потому что нельзя людей. Ну, послушайте, вы взяли вот моду, толкаться. Вы незаконно пытались попасть в помещение, которое вам было отказано. Человек в обслуживании. Стоял просто. Не могут нам отказать в обслуживании. Не могут. Законодатель запрещает. Они существуют именно для этого, чтобы оказывать услуги. А они почему так себя ведут? Потому если вы обратились за услугой, это один вопрос. Претензии не нельзя, да? Нет. Раз вызвали полицию, раз вызвали меня, значит, здесь уже не просто за услугой обратились. Или я что-то неправильно понимаю ситуацию. Да вас вызвали, я вам до этого объяснял, что вас вызвали просто так. А вы закон нарушаете, вместо того, чтобы посмотреть, убедиться, что нет никакого нарушения, и уехать просто. А вы начали принимать активное участие, еще заявляете, а вы что, по закону живете? Да, пытаюсь жить по закону. Я тоже пытаюсь. Людям показываю, что это как надо делать. Но вы сейчас пытаетесь попасть в помещение, вас просят подождать, пообщаться с сотрудниками полиции, вы не реагируете на чьи просьбы. Вы говорите, что у вас есть только права и нет никаких обязанностей. Мы пытаемся не скомпрометировать полицейского, потому что это могут воспринять неоднозначно, когда он вводит полицейского. Я понимаю, прекрасно, но тем не менее, другие... Я уверен, что через другой путь разбора вашей претензии приходите, там сам человек знаете, говорит, какой? Что он готов принять жалобу и разбираться с вами в установленном законном порядке. А как это? Ну, вы пришли, вы общаетесь. Вы пришли в установленном законном порядке подать претензию. Он нас спросил, вот этот вот гражданин, кто вы такие и зачем? Ему объяснили, он попросил документы, после этого его попросили. Кто вы, кому мы документы должны передавать? Эти документы содержат как минимум две тайны, охраняемые двумя федеральными законами. Знаете какие, да? Закон о персональных данных и коммерческая тайна. Он должен был сказать, я такой-то, такой-то, занимаю такую-то должность в организации. После этого мы продолжаем диалог, даем ему документы и так далее. Он, понимая о том, что они жульничают, устроил весь этот цирк, нажал кнопку, полагая, что нас просто сейчас вышинут. Адвокат, нет, вас никто не вышинул. Вот этот адвокат, мы выяснили, там по телевизору просто показывало, Андрей Ермаков, он подошел, выключил, но мы успели уже увидеть. Вызвал вас, рассказывает про какую-то коммерческую тайну.
28-й Суздальцев у нас. Про час. А, ну тут юридическая ситуация, поэтому юридически. Они пытались попасть там на объект, в общем, вызвали полицию, записи, блогеры. Режим на объект. Вот, и тут один там особо грамотный человек пишет на меня заявление, что я якобы к нему променил. Зачем у нас я закрывал дверь. Один тут особо грамотный, а мы просто грамотные получается. Установить личности, съемкой, всех людей, всех записать. Съемку им не запрещено, как бы. Ну, я понял. Слушай, я не толкал его, Анатолий Владимирович. Да, я регистратор включил, он пишет у меня от и до, без останов. Нет. Но он пишет, вот здесь прибыли сотрудники полиции, он говорит, задержите этого человека, я буду писать на меня заявление. Потом его коллеги его оценят, его знания. Про частную территорию знают, оценят. Машина там стоит, знаете. Я не применял ни физическую силу, ни спецсредства. Зачем вы обманываете? Это на видео зафиксировано, и сотрудник полиции это видел, все на глазах у него происходило. Зачем вы верите? Взрослый человек, ты обманываешь. Сделали дело, отвечайте за него. И все, как мужчина. Это нормально. Заявление написано, но опять же, Сергей Михайлович, да? Ага, спасибо. Да. А у вас как? Иван Дмитриевич, опять же, смотрите, у нас нет цели обязательно наказывать. Если вы все осознаете, понимаете, раскаиваетесь, извинитесь, я не буду подавать заявление. Как, Анатолий? Иван Дмитриевич. А точно, и я уезжаю, да? Да. Все, я извиняюсь, если я вас не хотел вас ничем обидеть. Все, на камеру извиняюсь перед Анатолием Дмитриевичем. Все, я могу ехать? Вы понимаете, что людей просто так трогать, двигать, отодвигать нельзя. Я вам не буду чего-то ответить. Я извинился, попросил вас, у меня шеф уже звонит. Да я смотрите, на досуге почитайте статью 6.1.1 КОАП, которая подразумевает просто дотронуться до человека, и чтобы он испытал физическую боль, это достаточно. Причем санкции там очень хорошие. Перед всеми извиняюсь. Я свободен. Претензий не имею? Нет. Все. Спасибо. Раскаялся, все. Это самое главное. Осталось, чтобы раскаялись адвокаты, юристы. Кстати, если адвокат решит вернуться к диалогу, мы можем тоже его простить. Мы сядем, спокойно поговорим, и все. Вопрос может быть решится в течение 5 минут. Он бы и решился в течение 5, если бы разговаривали спокойно. Мы готовы. А вы? Нет, отлично. Нет. Опа, документы куда-то поехали. А кто вот с вами на выезд ездил? А его нету сейчас, он не пишет. Ну, может, он там спрятался. А он молоденький? Нет, он в возрасте. В возрасте? Да. Требуется участковый и СБП, опер. Участковый на совещании, поэтому сейчас определимся. Уже давно надо определиться, мы стоим уже тут 30 минут. Короче, я вел дело, вот это риск, они больше срочно. Да? Да. Денис Александрович! Денис Александрович! А можно с вами пообщаться? Нет. Почему? Вы вели дело нашего клиента, вы тоже, получается, его обманывали? Он не вел. В том-то и дело, что он не вел его. Ну да, ну как бы. Убежал, короче, все. Денис Александрович, мы его знаем, теперь зовут. А? Открывается? Эх. Чистая. Знаете, табличку тоже снять, ее надо демонтировать. Она будет возбуждение. Здравствуйте. Я при помощи. А вы? Ну, вот. Не пропустил, и... соответственно, замял. Вот. Да, и он уехал. Все, остановился. Да. Пункт 10.1. Типа, да, пункт 10.1 соблюл. Остановился, но грузовик его в итоге все равно сбил, который с крайне влево почему-то начал. Ему, посмотрев вот это видео, ему сказали, что если он не заключит договор оказания юридических услуг, в этой ситуации будет он единолично виновен и заплатит еще порядка 700 или сколько, 500? 400-500, они сказали. 500 тысяч? Прошу прощения, решение по материалам ГИБДД какое было принято? Я не виновен, и виновен, виновен. Да. У вас полный пакет документов. Да, вы пришли в эту юридическую... Не-не-не, сначала не было этого пакета документов. Угу. То есть сразу он обратился, ему сказали... Нет, мне интересно... ГИБДД параллельно было зафиксировано, у них создался материал, а потом вы, грубо говоря, решили подстраховаться и пришли в юридическую. Да, вот так, до разбора. Ему сказали, что если не подключится юрист, однозначно он будет виноват и еще заплатит 1500 им.
Следовательно, дальше должен был быть разбор. Вместо того, чтобы его представлять интерес в ГИБДД, там, взыскивать какой-то ущерб или что-то подобное, они просто ему на электронную почту сбросили два ходатайства, и с ним вот юрист, который ушел, съездил в ГИБДД, за спиной у нее постоял, пока он разговаривал с инспектором один раз, и все. Больше никакой реакции не было. В принципе, тут сути даже непонятна цель их, какая была преследована. Возвращаю договор? Да, договор заключен. Следовательно, непосредственно постановление, в котором принято решение, что водителя грузовика привлечь к ответственности. Александр Сергеевич обратился к ним, ну, пытался после этого через три дня они уже перестали выходить на связь. Естественно, он пытался в виде переговоров с ними переговорить, чтобы вернуть хотя бы часть денег. Каким образом вы деньги передавали? Безналом. Безналом? Фактически. Какое-либо обращение писали письменное в адрес контрола? Я пытался вручить, они не приняли. По почте направляли? Нет. По сайту? Да. Я приходил лично, беседовал, они не приняли. Сказали, что не вернут деньги, в принципе, потому что если я расторгну договор, то стоимость одной услуги по прайсу там 80 тысяч рублей. По сути, вопрос маленький. Переговорить, вручить претензию, пускай возвращают деньги за неоказанные, некачественно оказанные услуги, все. Здравствуйте. Здравствуйте. Создается впечатление сразу у граждан, которые сюда обращаются, что они пришли в какую-то единую службу по Санкт-Петербургу, то есть юридическое агентство Санкт-Петербург, как будто других не бывает. Юридическая консультация тоже интересно. Согласовали? Я думаю, согласовали. Иван, да? Претензию будете писать? Претензию она написана. Сказали, что они согласны все принять без почты, без какой-либо. Секретарь все примет, листочек тоже. Да. И переговорят с нами? Переговорить они не хотят, то, что вы там оскорбляете, там еще что-то. А вы не адвокат, я спрашиваю уже вас. Не адвокат, да, вы? Вот так просто подходите, знакомитесь. По улице гуляете, знакомитесь. Да, гуляю вот здесь во дворике и знакомлюсь. Я могу представить, если хотите. Вы работаете в этой организации, а мы подозреваем, что здесь жулики работают. Ну, вы подразумеваете. Подразумеваете? Подозреваете. Да. Вы работаете в организации? А вы с какой целью? С профессиональной. Ну, я вынужден вам отказать. Вот почему? Я вот делаю запрос редакции вам сейчас. А где? А предоставление? Бумажный носитель. Доставьте мне. Ну, бумажно должно быть? Конечно. Вы юрист? А вам? Я, может быть, сварщик. Может быть, да. Ну, не похоже на сварщика. Ни разу такого не видел. А как вы оцените? Если вы носите такой тренд одежды, это о чем-то говорит? Нет, ну просто вы выглядите сейчас как юрист, находитесь в этой организации, поэтому я и решил, что вы все-таки юрист. Ну, говорите, что выглядите как юрист. Я? Да, я юрист. А чем это подтверждается? Ну, знаниями. Какими? Во-первых, ну хотя бы теми, что запрос редакции может быть выполнен как в устной, так и в письменной форме. А вот скажите, пожалуйста, если вы разбираетесь, а вы имеете право обнародовать видео, если я говорю, что не хочу? Конечно. А чем это подразумевается? Законом о СМИ. Хорошо. Очень приятно было познакомиться. Так вы юрист? Я сантехник. Вы сантехник? То есть если в этой организации вы дадите кому-то консультацию, то я полагаю, вы должны будете привлечены к ответственности после этого. Потому что как может сантехник давать юридическую консультацию? Я вам вправе что-то говорить, либо не вправе. Мое право вам отказать давать интервью, правильно? Конечно. Всего. Это не интервью. Это запрос редакции, это разные вещи. Какой запрос? Я вот делаю запрос, задаю вам вопрос. Вы сантехник или юрист? Я не общаюсь с незнакомыми мужчинами. Да вы что? Это вы можете на Думскую там сходить пообщаться с мужчиной. Welcome to the club, buddy. На Думскую? Конечно. То есть вы знаете, где мужчины общаются, да? Это адрес мне даже даете. Говорит, я не общаюсь. На Думскую иди, я понял. Значит, там надо спросить, как его зовут. Похоже, он постоянный клиент, и его там знают, мы его установим, они скажут, это юрист-сантехник со Спасского, дом 12, наш частый гость. Спасибо. Вы вообще красавчики. Все, очень рад был. Сейчас заберем вообще.